Всем привет. Всем привет, с вами Мишель. В общем, Хонора нынче не пофармить на мобах. Даже при фарме сокрытой долины мой результат за час был менее 3000 Хонора. То есть целый час гринда с окрытки мобов — это пожирание императрицы, супов императрицы, вот такие вот завтраки тролля и целый час фарма, который, ну, на 15 кгс, конечно, но оно как-то еще возможно, нормально. Ну, плюс-минус, но все равно так тяжеловато пока. Ну, на фулбафе я по 40 как ритую, как бы, этим мобам. Но речь не об этом. Речь о том, что сейчас действительно Хонор — это такая валюта, которая в основном идет за масс-ивенты и сдача на доске объявлений. Если там эти не втыкают советники, да. Не забывают иногда вешать объявления в штабе. И поэтому какой выход? Вот так, как сейчас слабая фракция, здесь есть баф. Ну, понятно, опыт там. Но самое главное здесь 10% за то, что войну убиваешь кого-то, и за задание, и 50%. Короче, 50 за каждого больше узурпатора. И в общем, какая цифра у нас по итогу под спаринитой получается. Так, смотрим. 160 за первую волну дали. В квесте написано 100. 50% бафа я на стойку спарыни. Ее, кстати, не так много на аукционе. И, кстати, до 30 голды вот это вот купить, немножко себе затарить, я советую. Я не знаю. Есть дешевый вариант, бесплатный за календарик, там, ну вот, солнечный настрой, как бы. Так вот, 50% до... дал спорыня, и 10% за задание дал баф в упорство. Того 160 вместо 100. Вместо 300 дали 100. 480. Вместо 500 дали 800. То есть 180 плюс 60 плюс 300. 540 Хонора. Вот. Также по плюс 50 за узурпатора. Еще за узурпаторов 300. Ну и того по суммару. И того в сумме. Плюс 480 плюс 800 плюс 55 плюс 155 1750. А так было бы 900 300 100 500 это 900 и по 105 за узурпатора вывали бы. 1010 Хонора было бы. А спорыня для заданий. О, кстати, еще можно покашить под спорыней. Ну, где попокашить сейчас? Это сложно покашить. Так. Ну и того
1010, а под упорством и спорыней, которая влияет только на квесты в данном случае. У нас на 600, ой, на 700, 400, на 740 хонора больше. Ну и того за... Где-то за 20 голды получится фармасе освобождаем. Плюс еще мы сдадим... Плюс еще мы к этому сдадим на табличке. На табличке то же самое формула. На 50% больше. Ой, на 60% больше. У меня есть 160, допустим. Там есть квест, который 3000 дают. Да. Я сейчас покажу, сколько у меня сейчас крип. Ну, у меня сейчас не кап. Чуть-чуть до капа не хватает. Буквально таки чуть-чуть. Стоп, не, не понял, не, что-то не понял нахуй. Тоже будет уклонение, 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 блин. А, неуязвимость, 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 блин. Ах, как же я обожаю этих мобов, блин. Тренов, да, по 12? Что так мало? Да, не, ну... А, на мне этого бафа нету. Ну, не знаю. Вроде я побольше соло бил. Не знаю. Ну, в общем, если квест за 3000 хонора, мы получаем 1600 умножить на 3. 1600 умножить на 3. 4800. То есть спарыня плюс упорство — это вообще хороший баф. Без него вообще неудобно играть. Абсолютно. Ты причине то, что ты как бы делаешь квест, а тебе мало идет профита. Ну, чтобы сдавать квесты на доску, нужно векселями запустить. Как их получать — это отдельная история. За имущество, за сдачу на регионалке. За замок дают, не дают. Не дают. Да ёлки. Любимые мобы, блин. Неуязвимость, 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 неуязвимость. Вот и наслаждайтесь вот, это, вот этим фармом, вот этих вот мобов. Ну, несколько урона керпа, блин. Ну, я как бы их убиваю, да. Я мог сейчас пиздюльную такую получить, что после которой мне пришлось бы нажимать вот заживление, ран, нажимать вот эту вот кличку, нажимать какую-нибудь высасывалку, пока бы на ней один стак продержался. Следующий стак оно бы у меня бы не откатилось, наверное, бы. Чуть сильнее продамаж, я бы уже бы завтра тролля юзал, как бы расходка. Тут действительно, чтобы вот этих мобов в комфорте фармить именно не на хардкоре, там, я не знаю, ты трайхард фармер, у тебя там все по идеалу нафиг. Это такого не будет в течение 2 часов фарма, прикиньте, да? Обязательно будут ошибки при фарме. А эти ошибки здесь караются, как правило, вас контролят, потом еще контролят, а каждый контроль это примерно по 5000 вам входит. Ну и вот у вас ХП не будет оставаться. И постоянно нужно его пополнять, пополнять. А мы как, так как мы все тут не хилы, у нас вот с этим... Да, клич есть, это... Заживление ран есть, добавили высасывалку для всех, по-моему,
с атаки ближним это понятно. А вдруг на того мама, которого вы высасывать будете, вы его тут же заберете нафиг с пары критов. И, ну, а если неуязвимость будет, то неуязвимость будет у зря. Ну, сложно, это фарм здесь. Даже вот при моих вот 15к, вот это вообще тяжело тут фармиться. Сейчас будут скилловики там, а там... Да вот ты неправильно фармишь туда-сюда, блин. Ну ё-моё, вы ошибки-то. Вы ошибки никогда не совершаете на фарме. Вот. Ну, то есть я к всему хочу подытожить это видео. Потому что все-таки надо минимум солнечный стой пить. Вот. И делать квесты под солнечным стоем минимум. Спарение есть хорошо. Но спарение бывает по врагу очень завышенная стоимость. И ее нет возможности купить. Хотя бы солнечный стой, чтобы как бы там 30 плюс 10, 140, чтобы получали. Удача наша, все. Хотя мне как-то медленно кажется. Ну, МС повысить надо. На прайда тигра прийти, что ли? Ну, фармить легко. Пипец. Ладно, давайте сдадим квесты. Конечно, фарма гринда это прикольно. Но еще прикольнее, когда... Сейчас еще в штабе сдам квестик. Я думаю, скорее всего, если спорение за 40-50 стоит, скорее всего, так думаю, лучше ее не брать. Ну, хотя, как у каждого там свои расчеты. Но то, что вот руна 30к стоит, которая в магазине стоит 250, это да. Руна нам охота почаще лутать. Вот берем как раз 3000 хонора. Получаем 4800 хонора. У него усиление осталось. Придется когда-то... Я не знаю. Тал. Я не знаю где. Вот я не знаю, где сейчас это можно взять. Ну, в принципе, у меня 12 минут есть. Я пошел по всему миру, в кругосветку, как сказать. Сдавать вообще все подряд. Сейчас посмотрим. Это дело так, сказать, не очень быстро, потому что прогрузы. Вроде у меня SSD стоит, но просто карты, видимо, уже надо подтягивать, получше, посильнее поставить. Да, прогрузы действительно недолговатые уже. Ёлки-палки. Где? А.
Не, ну железо-то, блин, оно вообще дорогое. Там по 20 только. Сдаем. Блин, ткани вообще нету. Соточку надо. Ткань дорогая. Был один момент, когда по 20 было. Нужно было все скупить, короче, и оставить 25 вагонов, хоть от ткани сейчас зарегать. Ну, это такое. Можно и потом увидеть картину за 15 и расстроиться. Как цены меняются на аукционе? Дико. Просто была ткань 25, встает. Двадцать пять была, встает. Как там было? Цифрука. Цифрука. На 10 поднялось. За внешка. Не так уже. Ё-моё. Не, я 17 не хочу. Так, 9 минут есть. Не туда пишу, совсем уже ку-ку. Долина цветущих прудов, сейчас сходим. Может, там есть что сдать. Как там заранее было, потом пить. И желательно бы еще бы с китами вперемешку. Идеально как бы было бы. Ну ничего не идеально, Хонор надо. Хонора надо где-то. Порядка 300 тысяч нужно. Чтобы отдапать. Кошмар. Сейчас какие-то минут осталось. Блин, мало у меня этих векселей, 4 осталось.
Так, куда потом надо бы? Поэтому я говорю, что надо заранее. Да ну нафиг. Чё это? Иди нафиг. Что-то тыщ. Я не... Тыщ, бляха-муха. Всё, 3 минуты. Наручи раздолбались. Все. Нет времени. Кроздурка. Кроздурка. Постоянно в чате такая фигня. У меня сколько? 4. А сто плюс плюсом 4. Во. 193 000. Сколько ожерелка стоит? Семьдесят плюс 85. Театр нафиг. Триста 10 кахонора надо. Ну, в моем случае 398. Капец. 100 жилка будет топово. Это фига. Щит крутой. Ну, с той тактичкой поднимется. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, это вам было познавательно.